Здесь удивительная экспозиция уток, в которых можно ходить было для больных. Не знаю, зачем это, но... Костыли, да, ничего не выкидывается, все в музее, костыли вообще. Карта нашего маршрута, кстати говоря. Вот. Какие-то книжки детские. Воинская слава, немецкий флаг, самурайские сабли. Почему советские униформы? Японские. Американцы думают, что русские не участвовали во Второй мировой войне, поэтому про русских нигде ничего не указано.